Привет! Сегодня будет наша любимая рубрика распаковка посылки с сайта Baby Plus с Тимурчиком. Смотрите, какая у нас сегодня большая коробка. Давненько мы там не делали заказ. И вот сейчас я вот захотела там заказать разные подвижные игры для улицы. Как раз ближе к лету, потому что все, погода улучшается, значит, мы будем больше времени проводить на улице. И нам понадобятся какие-то новые интересные игры. Ну, не все тут для улицы, но, в общем, сейчас все увидите. Так, сразу буду говорить по ценам. Так, что мы тут заказали? Кстати, доставили посылочку очень быстро. Я заказывала в этот раз через Укрпочту. И вот буквально, ну, 2 дня, и она уже была в Киеве, с Одессы. Очень быстро доставляется. Так, тут это мы достали. О, это, сразу Тимочек достал, это воздушный змей. Мы в прошлом году видели их в одном парке. Думаю, в этом году уже сможем позапускать вдвоем. Здесь. Он стоил 15 гривен. Я смогу выпускать змею. Ты немножечко закрыл тут. Смотрите, значит, выглядит это вот так. Это смогу. Там играть. Прислали вот такого тигра. Вот тигр такой, палочка. И леска с вот такой ручкой. В общем, будем разбираться, как это соединить. Но палочка, я так понимаю, где-то сюда. В общем, короче, разберемся. Вот. 16 гривен, я уже сказала. Так. Вот эта вот вещь, я думаю, что все дети знают. Ее так отдельно упаковали. Это вертушка, она стоит 1 гривну на этом сайте. Тимур тоже приедет на площадке у девочки, и я решила ее закрыть, пусть будет. А, кстати, то, ради чего я, в принципе, делала заказ, это ботинки на осень. Ой, не на осень, а на лето, на весну. 26 размер уже я купила обувь. Стоили они 189 гривен. Вот этой фирмы Гонгольф мы уже покупали в прошлом году не одну пару обуви. В общем, выглядят они вот так. Вот. Вот такие ботинки на липучках. В общем-то, в них было очень хорошо в прошлом году, поэтому я заказала и в этом тоже 26 размер уже. В прошлом году был 24. Так, сейчас я чуть переставлю камеру, потому что я что-то совсем в кадр не попадаю. Тимур уже все разбирает. В общем, смотрите, заказала еще вот такую вот... Как-то меня совсем не видно в кадре. Давайте я сюда переставлю камеру. Заказала вот такую вот игру. Это тоже, я думаю, что все ее знают. Такого парашютиста запускать на улице вверх. Вот так вот здесь инструкция. Видно, он будет спускаться на парашюте. Это такой парень, он стоил где-то гривен 20. Там были и дешевле, но качество у них будет очень плохое. Так, вот это вот я заказала дарт на липучках. Здесь два вот таких вот, как они называются, стрелы, да, и два шарика. Стоил 30 гривен. Посмотрим, если понравится, купим, может быть, магнитный. Да, сейчас будем все открывать. Ну, сейчас откроем, будем играть. Так, потом я заказала вот такой вот, это тоже на улицу, рогатка с мягкими шариками. То есть это никого не ударит, даже если в кого-то попадет. Но мы будем играть там, где будут поменьше людей. Вот такая вот рогатка. Вот не помню, сколько рогатка стоила. Ну, все, конечно, стоило недорого. Так, рогатка 24 гривны стоила. Вот. Так. Мам, мы начинаем. Вот это я ожидала, что будет побольше. Я думала, что это будет как теннисная ракетка. Это тоже все на ловкость. Значит, здесь сейчас я распакую. Подожди секундочку. Распакую. Делать вот так. Ой. Еще надо попасть. Короче, мне еще тоже надо потренироваться. Короче, будем тренироваться вдвоем. Здесь такой резиновый шарик, он немножко мягкий, похож на попрыгунчика. Вот это как такой хороший пластик. Так, следующее. Заказала я еще одну на смену, когда закончу, надо будет менять зубную щеточку. Вот такую вот 5 гривен она стоила, или 4 с чем-то там.
Потом тоже игрушка с детства, думаю, сейчас ее все узнают. Это вот эта вот радуга. Давай распакуем. Что это? Смотри, какая игрушка. Что это? Мама, там поедет. Вот такая игрушка. Стоила, по-моему, 10 гривен. Это тут поесть. Проверим, на сколько минут ее хватит. Пока она не запутается. Так, следующее. Взяла вот такой вот мячик. Я не знаю, зачем. Стол тоже 5 гривен, наверное. Потом это я отнесу бабушке на холодильник. Вот такой магнит. Магнитный пазл с Машей и Медведем. Он был по распродаже. 13 гривен стоил. Также заказала альбом для рисования на пружине, чтобы было удобно, если что, разворачивать, вырывать листы. Стоил он 16 гривен, здесь 30 листов. И сами листы такие, как офисные, не очень плотные. Также я заказала, ну вот, на сайте была вот эта вот палитра с прозрачного пластика, я ее очень хотела. А пришла белая, то есть то, что мне вообще не надо. И плюс вот такая вот палитра. Это уже для Тимурчика, он же у нас тоже художник. О, и последнее, вот это вот уже интересно. Это можно брать в дорогу. Вот такой вот альбомчик фирмы Зирка. Грайк. Здесь разные задания. Можно будет их выполнять. Давай покажу хотя бы несколько листов. Значит, здесь открывается. И вот какие-то там лабиринты, вопросы. Находить, сравнивать, в общем. Он достаточно, кстати, толстенький. Такой, здесь 160 игр. И они есть для разных возрастов. Вот у нас самый первый альбомчик идет 2-3 годика. Стоил он 30 гривен. В общем, надеюсь, понравится. У нас есть, кстати, все вот эти вот книги, кроме рисовалок. Вот эти вот клеилки, получается, сгиналки, вырезалки. И вот как раз теперь будет еще вот это. В общем, возьмем в дорогу, проверим, что тут будет интересного. Так, в общем-то, все. Такая вот посылочка была. Короче, всякой ерунды набрали, как обычно. В общем, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Вот эти, ради интереса, сколько мусора получилось с посылки. То есть это все бумага упаковочная, картон. И то это еще не все упаковки с этих всех товаров. Попробовала этого парашютиста запускать. Кстати, он такой качественный, видите, ткань здесь. Но надо на улице, надо выше. Высота потолков. К вот этой вот штучке очень хорошо липнут шарики. Я боялась, что будут плохо липнуть. Очень хорошо липнут. Вот эта штука, по-моему, вообще нереально играть. Так что не советую никому ее заказывать, потому что даже у меня не получается. Рогатка очень качественная, тоже прикольная. Советую ее заказать. Так, что еще? Ну, и то это я еще не все упаковки поснимала. То есть здесь еще есть упаковка. Вот еще упаковка. То есть вы понимаете, что сортировать мусор, это, ну, то есть насколько много всего упаковывается, даже иногда это, в этом нет необходимости. Ну, то есть мы, конечно, это страшно. Представляете, в каких масштабах это на всей земле. Тимурчик, оно не снимется. Дядя специально привязан к этому парашюту. Он не будет сниматься. Пойдем на улицу, его лучше запускай, хорошо? А, кстати, вот этой вот штучки здесь, что плохо, так... Такой был рисунок, но он сразу же снялся и был весь на руках. В общем, иногда китайцы что-то как придумывают. Лучше было просто вот переход и все, без вот этой грязи. Вот.